Здравствуйте, друзья! В возрасте 43 лет скончалась российская актриса Татьяна Фартушная. О смерти звезды театра сообщил Константин Хабенский у себя на странице в соцсетях. Также трагическую новость подтвердили и на сайте театра, где работала Татьяна. Слова соболезнования уже принесли ее коллеги Рената Литвинова, Ольга Кузина и Нона Гришаева. «Танечка, не могу поверить. Осталась маленькая дочь. У меня разрывается сердце». Именно так пишут поклонники и друзья в социальных сетях. Напомним, Фартушная в 2001 году окончила Государственный театральный институт. Она была актрисой театра для детей и молодежи. Судя по сообщениям в телеграм-каналах, скончалась Татьяна от рака. Сгорела буквально за несколько месяцев. У нее осталась несовершеннолетняя дочь.